Я только единственную фразу вставлю, небольшую фразу вставлю, много говорить не могу. Поехали. У нас здесь собрание, насчет ОДН и вопросов. Единственное, хочу сказать, что нас кинули, просто-напросто все. Как кидают в воду, не умеющие плавать, плыви, выплыви, значит, ты будешь жить, не выплыви, значит, вот оно. Хорошо, небольшая администрация. В чем? Во всем, во всем. Управляющая компания была, теперь управляющей компании нету, жильцы должны разбираться. Но управляющая компания ведь деньги за это получала, они должны все это делать, а не мы, работающие люди. Хорошо, какой выход из этой ситуации в итоге? Не знаю, не могу пока сказать, что будет.